Сегодня школьники Ульяновской области должны были сесть за парты своих родных школ после долгого перерыва в связи с дистанционной формой обучения. Однако в Ульяновске установились опять аномальные морозы, и занятия у учащихся с 1 по 8 класс были отменены. Старшие школьники все-таки пошли в школу. Образовательные организации Ульяновской области готовы к возобновлению традиционной формы обучения. Сохраняется контроль по соблюдению мер безопасности для детей. В учебных классах, столовых и рекреациях работают рециркуляторы. Классы продолжают систему беспередвижного обучения, сохраняя учебный процесс в закрепленных за ними кабинетах. Также школьников продолжают обеспечивать президентскими завтраками и горячим питанием. И хотелось бы напомнить всем, что необходимо заботиться не только о себе, а о тех, кто находится рядом с нами. И поэтому школа у нас, конечно, возобновляет работу санитарных патрулей. И она заключается именно в том, чтобы объяснять каждому родителю, каждому прохожему на улице, каждому гражданину, который проживает рядом с нами, о том, что эти меры соблюдать просто необходимо. Просто нужно любить тех, кто находится рядом с тобой. По указу губернатора Ульяновской области с 18 января все школьники региона должны вернуться к классическому формату обучения офлайн. Из-за похолодания возможны отмены занятий и в последующие дни. Система дистанционного обучения в таком случае отлажена. Как только температура воздуха установится в пределах климатической нормы, школьники незамедлительно пойдут в школы. Антон Никонов, Руслан Баталов. Новости Управда ТВ.